Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу без вложений. Litecoin ADS, где мы собираем Litecoin и выводим на микрокошелек. Лично я вывожу на FaucetPay. Значит, перейдем на FaucetPay. У меня лайткоинов 0.20399 тысяч. И идем в бокс. Ну, здесь наша статистика. Сейчас вот только что обновился кабинет. И я здесь зарабатываю, друзья, только на ПТС-ках. Вот 30 рекламок у меня есть. Каждая рекламка по 1000 лайткоинов. Это значит 30 тысяч литош будет как бы в день. Ну, бывает и меньше по-разному. Ну, здесь мини-чат. Давайте перейдем к выводу. Нажимаю вывод. Сейчас загрузится. Я в прошлый раз выводила, вывод был инстантом. На Pair я вообще криптовалюту не увожу. Сама такая вот меня устраивает. Это FaucetPay. Здесь минимальная сумма на вывод 50 тысяч лайткоинов. Комиссию они берут 2%. И сюда вставляем сумму. В настройках не забываем прописывать адрес кошелька. Я показывала в предыдущем видео. Так, сумма. Нажимаю вывод. Подтвердить. Все, загорелось зелененьким. Значит, средства вывелись. Идем на FaucetPay. У меня 399 тысяч от литош. Перезагружаю страничку. У меня стало 701 147 лайткоинов. Опускаемся чуть ниже. И лайткоин ADS. Моя сумма, которую я выводила, они комиссию берут. И все, 27 января. Вывод инстантом. Так что работаем, друзья. Бокс без заморочек. Все замечательно. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот бокс. До новых встреч.